Вот, наконец-то, и Навуда со снайперской винтовкой. Посмотрим, начало хорошее. Даблкил, вот так вот сразу. Добрый вечер, третьего, туда же четвертого. Он сделал два даблкила за раунд. Это было красиво. Еще два хедшота прострелом. Чемпион русского бильярда перед нами только что нашелся. Красиво, красиво вешает. Сейчас. А как ты это реагируешь? Не тошнят у нас комплексити, хотя довольно быстро выйти. Замечает еще противника на контрол-рубе. Как же долго Джота убивает еще и Фэнга после врыва. Вот он. Жота или Джота? Сейчас такой раунд может Жока. Получиться? Не, нормально, нормально. Четко. Правда, Фэнга тоже там. 100% на первый депозит, который вы можете получить. По баннеру посмотрим трансляцию. Джуниор как же повесил. Да, дальше флоппи тоже открывается довольно широко. Убивает Тёртла. Над ним еще и нет никого здесь. Он падает по нему флоппи. Дальше через контрол-рум. Пытается выйти в спину. Там бомба устанавливается или нет. Флоппи бывает Джот. Ну и все-таки бомба упала. Последняя осталась. Как вот играет защита, да? Как они встречают противника. Все хорошо. Джуниор, два фрага. И, казалось бы, уже здесь нет шансов. Это 2 в 5. 0-5 нам темп нужен какой-то, чтобы реально разобрать все эти эпизоды. Никто не обратил внимания на небольшой прыжок. Ну, минимум звука издал, да. Комплексити, Джуниор, правда, убивает Тёртла. Дальше пытается играть против Джоты. Все четко, эксит еще ловит флоппи. И это победа команды из Бразилии, 1-0. Они повели, вот, красавчик. Команды защиты, но слепой пока что Брензан. Тут фармёшка. Фэнк пытается играть на пончике, надо кого-то забрать здесь. Есть хэдшот, Фэнк убивает еще и Вуди, который просто прыгал ему в руки. Мидборд не хотели бы выйти на Инферно, я скажу так, судя по тому, что они и играют его так скромно. Джота, выход от центра. Как же жестко было. Да без позиции застали парни врасплох. Тут-то все четче. Поначалу Фэнк. Нормально. Хорошо. Но флоппи здесь или пан, или пропал. Тиммейт тоже подходит, и они здесь все нюхают друг друга. Кто кого? Флоппи выбирает отход. GT был в спине в это время и убивает еще Эксита, который пытается выйти на этот банан. Позитива, GT. Это было опасно. Тёртл мог еще забрать его. Но нет, у Эйса дело не доходит. Последнего забирает фишечная флешечка на выход из себя. Там еще какая-то была от игрока в атаке. JT! Суровый спрей из калаша. Как же это было приятно. Зажигает Тёртла, который там... Не черепаха, он моль какая-то. Бедняга, да, там, конечно, пытался пройти. Как же хотел он оказаться в этом зиге побыстрее. Там Фэн. Еще одни поработы здесь по точке А. Там Жота ошибается. Однозначно, что это была только что эта игра ножом. Экзит, правда, работает до конца, но вот нельзя, так? Вместе с Брензаном. Просто решили сыграть. Просто флешка полетела вверх, Фэнк. 2 минуса счет, но Брензан все еще остается в доме, и это кость в горле. Вот так собрал урожай только что Брензан. Справляется еще и Вуд. Чего? Как там на крысе Тёртл? Да, Джуниор прикрывает Брензан. Тут рывается Тёртл через бублик, убивает Джуниора. 2 в 2. Эксит все это время за плентом. Убивает красного JT. Последний. Грим, тащи. 1 на 1. Нет! Все-таки финалочка ставится здесь командой MIBR 16-14.